Это фантастика. Заявление президента Украины Зеленского. Вы знаете, много мы комментировали. Но то, что он заявлял вот за последние сутки, Thank you.
Thank you.
что подразумевает укрепление коллективного лидерства стран членов Совета Заполярья при сбалансированном продвижении экономического и экологического измерений. В рамках социального блока программы председательства Бразилии конференция по привлечению кадров в Арктику, круглый стол на тему реализации международного проекта «Дети Арктики», состоялся первый форум молодых лидеров, а также завершилась первая добровольческая экспедиция в ямальскую тундру «Explore Ямал». Возможности развития природоохранного сотрудничества в высоких широтах, внедрения природооберегающих технологий обсудили на площадке конференции по биоремедиации арктического побережья, конференции по зеленой энергетике в Арктике, а также деловой программы в рамках межведомственных учений по защите арктических территорий от возможных чрезвычайных ситуаций. Роль устойчивого социально-экономического развития Арктики как ключевого фактора повышения благосостояния жителей высоких широт, включая коренные народы, стала сквозной темой третьего Северного форума по устойчивому развитию. Впервые под эгидой председательства в Арктическом совете обсуждались проблематика обеспечения в эпоху цифровизации права интеллектуальной собственности коренных народов на знания, культуру и языки. Кроме того, в Салехарде состоялось первое под российским председательством пленарное заседание Арктического совета. Личное и дистанционное участие в нем смогли принять делегации 8 стран членов совета, 6 постоянных участников от Организации коренных народов Арктики, всех рабочих органов совета, а также более 30 государств и организаций наблюдателей. Помимо текущих и новых проектов Арктического совета, в фокус внимания попали вопросы сотрудничества между арктическими регионами, укрепление взаимодействия арктической молодежи, а также поиск совместных решений по таким актуальным направлениям, как борьба с лесными пожарами, анализ влияния пандемии новой коронавирусной инфекции на здоровье коренных народов и других жителей Заполярья. Следующее пленарное заседание пройдет в мае этого года в Архангельске. Также впервые в рамках председательства в Арктическом совете предусмотрена широкая культурная программа, которая призвана привлечь внимание к уникальным традициям народов региона и его туристическому потенциалу. Уже были проведены арктические фестивали Треберка, 5-й арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон», гастрономический фестиваль «Северной кухни», культурный фестиваль «Птица Паренц». Итоги мероприятия, актуальные новости Арктики доступны в официальных аккаунтах председательства России в Арктическом совете под названием «Arctic On». Кстати, все это представлено в 7 социальных сетях на русском, английском и китайском языках. В период с 11 по 13 апреля текущего года в Санкт-Петербурге состоится 6-й международный арктический форум «Арктика. Территория диалога». Архитектура и деловой программ включает 6 тематических блоков: экономическое развитие, комфортные условия для жизни, развитие логистики, экологии и климата, сотрудничество в высоких широтах.
еще одна медаль. Семен Элистратов завоевал бронзу на шорт-треке в забеге на 1500 метров. Обладателем золотой награды стал Хван Де Хон из Южной Кореи. Серебро получил канадец Стивен Дюбуа. У российской команды на сегодня 11 медалей. Прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимиром Дубровским. С ним побеседовал наш специальный корреспондент Стас Редикульцев. В понедельник, напомню, наши прыгуны с трамплина заняли второе место в борьбу.
начали показывать. За счет чего? Для нас это... Мои поздравления. Вы стали одним из 500 случайно отобранных достижений. Вот за счет чего получился этот успех? Ну, первое, с чего я начну, с того, наверное, что все-таки вот этот вот 4-летний цикл, действительно, в общем-то, подготовка команд обоих, и мужская, и женская, была организационные вопросы, обеспечительные на самом высоком уровне, и тот тренерский штаб, тренерский коллектив, который сложился в командах, в общем-то, позволял надеяться, что мы действительно на главном старте 4-летия будем бороться с самое большое количество дисквалификаций по этой причине, в общем-то, достаточно... Сказал, что ребята, да, смотрим и ответственность на этапах Кубка Мира. Вопросы, которые касаются зонов, специалисты, тренеры, про дополнительных зонов добавляет планерность и на малом. Здесь эти правила, они, наверное, уже лет 15, и с каждым годом эти требования отличаются. Это для кого не ново, размер тела, и, как я уже сказал, 0,2-0,3 сантиметра отклонения в большую сторону карается дисквалификацией. А ты еще считал, что... мячи в трусы спортсмена для того, чтобы еще что-то, это как может помочь? Это тоже какие-то были истории в прошлом, по-моему, году на чемпионате мира в Уберсдорфе, но я, если честно, как бы и мы этим точно не пользуемся, и все топовые страны имеют необходимое оборудование для того, чтобы измерять эти размеры комбинезонов, успеть их своевременно даже в момент уже соревнований подшить. И тоже такой вот характерный момент, когда японцев, по-моему, первых дисквалифицировали, тренеры, у тренеров японцев даже не оказалось машинки швейной, да, чтобы успеть подшить. Они забегают к нам в кабинку и спрашивают, нет ли у вас швейной машинки. Ну, мы здесь, в общем-то, у нас достаточно такая дружная и тесная семья, и, конечно, мы там при возможности даем всем. Действительно, помимо парафинов, восков, еще возите с собой швейную машину. Из основных загружается в машину. Штаба.
поздравления. Вы стали одним из 500 случаев... В ходе заседания он подчеркнул, что граждане России при обращении в суд должны получать быстро.